Какой материк пересекается всеми меридианами? Арктика, Северная Америка, Антарктида? Антарктида. Какой путешественник первым из европейцев посетил Китай? Марко Поло, Афанасий Никитин, Васко да Гама? Марко Поло. На южном берегу какого озера расположен город Кливленд? Мичиган, Эри, Миссури? Эри. На каком острове расположена столица Новой Зеландии? Остров Северный, остров Южный, остров Западный? Остров Северный. Какая река впадает в море Лаптевых? Обь, Енисей, Лена? Лена. В каком городе Италии находится международный аэропорт имени Галилео Галилея? Пиза, Рим, Генуя? Пиза. Какая птица является символом Новой Зеландии? Казуар, киви, кокоду? Киви. Как называется устье большой реки с его разветвлениями на отдельные рукава и прилегающая к нему суша? Исток, эстуарий, дельта? Дельта. На берегу какого моря расположен порт Мурманск? Лаптевых, Белое, Баренцево? Баренцево. Какой город с 1590 года несколько веков был столицей Сибири? Красноярск, Тобольск, Новосибирск? Тобольск. Какой штат США был раньше независимой республикой? Вашингтон, Техас, Калифорния? Техас. Самое глубокое море Северного Ледовитого океана? Лаптевых, Гренландское, Норвежское? Гренландское. На какой реке стоит город Прага? Дунай, Лаба, Вултава? Вултава.
Как называется самая высокая гора в системе Крымских гор? Роман-Кош, Дам-Кош, Зайтин-Кош. Роман-Кош. На севере какого моря находится Элладский залив? Красное, Средиземное, Эгейское. Красное. В каком заливе находится Бахрейн? Оманский, Персидский, Аденский. Персидский. В какой африканской стране была введена валюта, названная в честь реки Кванзы, протекающей по ее территории? Ангола, Мозамбик, Замбия. Ангола. В какой стране в 1997 году вместо эфиопского бира была введена новая валюта Накфа? Сомали, Южный Судан, Эритрея. Эритрея. Название какого японского острова в переводе означает «главная провинция»? Кюсю, Хоккайдо, Хонсю. Хонсю. В каком море находится датский остров Зеландия? Северное, Балтийское, Баренцево. Балтийское. Какая страна со всех сторон окружает государство Сан-Марино? Франция, Италия, Испания. Италия. Часть какой пустыни называют Долиной Смерти? Мохаве, Намиб, Сонора. Мохаве. В какой стране принадлежит остров Пасхи? Чили, Боливия, Перу. Чили. Какие из этих гор более молодые? Гималаи, скандинавские, Уральские. Гималаи. К какому океану относится залив Аляска? Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический. Тихий. Близ какого города Италии установлена подводная скульптура Иисуса Христа, известная как Христос из бездны? Неаполь, Генуя, Венеция. Генуя.
Какой из этих городов столица Уганды? Кампала, Энтебе, Джинджа. Кампала. На какой океан смотрят истуканы острова Пасхи? Тихий, Атлантический, Индийский. Тихий. В какой горной системе находятся 9 из 10 высочайших вершин Земли? Анды, Каракорум, Гималаи. Гималаи. В каком городе находится исток Невы? Шлиссельбург, Кировск, Санкт-Петербург. Шлиссельбург. По акватории какого пролива проходит морская граница России с Японией? Берингов пролив, пролив Дрейка, пролив Лаперуза. Пролив Лаперуза. Какому государству принадлежит остров Майорка? Италия, Португалия, Испания. Испания. С какой страной у Китая самая протяженная сухопутная граница? Россия, Монголия, Индия. Монголия. Самая полноводная и самая глубокая река США. Йеллоустоун, Миссури, Миссисипи. Миссисипи. Какой португалец проложил морской путь из Европы в Индию? Бартоломео Диаш, Васко да Гама, Фернан Магеллан. Васко да Гама. На границе Франции с какой страной расположена вершина Монблан? Италия, Швейцария, Испания. Италия. В истоке какой реки находится на причале крейсер «Аврора»? Малая Невка, Большая Невка, Большая Нева. Большая Невка. Какое море не омывает ни одного берега, и его границами являются 3 океанических течения? Карибское, Саргассово, Берингово. Саргассово. На каком материке нет ни одного действующего вулкана? Австралия, Африка, Антарктида. Австралия.
какое море впадает Западная Двина? Балтийское, Черное, Средиземное? Балтийское. На каком полуострове находится глубочайшая в мире буровая скважина? Камчатка, Чукотский, Кольский. Кольский. На гербе какой страны сидящий на кактусе орел пожирает змею? Мексика, Парагвай, Эквадор. Мексика. Какое государство раньше называлось Цейлон? Шри-Ланка, Барбадос, Мадагаскар. Шри-Ланка. На территории какого из этих государств расположена большая часть пустыни Кызылку? Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан. Узбекистан. В какой стране находится водопад Гокта? Зимбабве, Перу, Аргентина. Перу. На территории какой из этих стран нет Алтайских гор? Монголия, Китай, Туркмения. Туркмения. В какой части света проживает больше всего людей? Европа, Азия, Африка. Азия. Столица какого государства находится на юге Апшеронского полуострова? Грузия, Азербайджан, Армения. Азербайджан. На какой реке стоит Богучанская ГЭС? Ангара, Обь, Енисей. Ангара. Какой материк омывают четыре океана? Африка, Антарктида, Евразия. Евразия. В какой из этих стран больше жителей? Румыния, Греция, Болгария. Румыния. Какая достопримечательность Санкт-Петербурга расположена на Заячьем острове? Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Медный всадник. Петропавловская крепость. В
В какую большую сибирскую реку впадают Вилюй и Алдан? Лена, Енисей, Амур. Лена. В каком городе находится холм Кверинал? Рим, Лиссабон, Берген. Рим. Где находится озеро Никарагуа? Южная Америка, Африка, Северная Америка. Северная Америка. Какое из этих государств является анклавом на территории ЮАР? Бурунди, Лесото, Ботсвана. Лесото. Какая страна раньше называлась Родезия? Зимбабве, Замбия, Мозамбик. Зимбабве. Какой из этих городов не является столицей государства? Эр-Рияд, Дар-эс-Салам, Фритаун. Дар-эс-Салам. В каком городе России выпадает наибольшее количество осадков? Владивосток, Сочи, Санкт-Петербург. Сочи. В каких двух регионах Российской Федерации всего один город? Республика Алтай, Калмыкия, Ненецкий автономный округ. Республика Алтай и Ненецкий автономный округ. На какой реке стоит Нарьян-Мар? Индиго, Вижес, Печора. Печора. В какой стране находится пещера Кроманьон? Франция, Италия, Норвегия. Франция. В каком городе начинается Волго-Донской судоходный канал? Волгоград, Самара, Ульяновск. Волгоград. В каком из этих городов самая длинная полярная ночь? Воркута, Нарьян-Мар, Мурманск. Мурманск. С какой из этих стран граничит Республика Алтай? Туркменистан, Казахстан, Узбекистан. Казахстан.
Какая железнодорожная магистраль начинается в городе Тайшет? Южно-сибирская, Транссибирская, Байкало-Амурская. Байкало-Амурская. Какая из этих стран не имеет выхода к Каспийскому морю? Узбекистан, Иран, Туркменистан. Узбекистан. В какой стране находится самая высокогорная пустыня мира? Чили, Китай, США. Китай. Какое озеро по величине и запасам воды считается вторым в России после Байкала? Телецкое, Ладожское, Онежское. Телецкое. Какая река образуется в районе города Кызыла слиянием рек Бихием и Каахием? Ангара, Сырдарья, Енисей. Енисей. В какое море впадает река Хуанхэ? Южно-китайская, Желтая, Восточно-китайская. Желтая. Высочайшая вершина какого материка? Пик Костюшка. Евразия, Северная Америка, Австралия. Австралия. Какое море разделяет Австралию и Новую Зеландию? Тасманово, Коралловое, Тиморское. Тасманово. Какая из этих стран не имеет выхода к морю? Танзания, Уругвай, Парагвай. Парагвай. На флаге какого государства изображена обитающая там райская птица? Фиджи, Папуа-Новая Гвинея, Индонезия. Папуа-Новая Гвинея. В верховьях какой реки находится озеро Джека Лондона? Колыма, Юкон, Колорадо. Колыма. Самый крупный город на реке Лена. Ленск, Усть-Кут, Якутск. Якутск. Какая из этих пустынь находится в северном полушарии? Намиб, Атакама, Сахара. Сахара.
Какая великая река Сибири зарождается при слиянии Бии и Катуни? Иртыш, Обь, Ангара. Обь. Водами какого залива омывается северное побережье Испании? Байя Гранде, Бискайский, Ботнический. Бискайский. Столицей какого государства является Бандар-Сери-Бегаван? Фиджи, Бахрейн, Бруней. Бруней. Самое чистое море в мире. Море Лазарева, море Амундсена, море Уэдала. Море Уэдала. Как называются плоские участки тундры с большим количеством мелких, частично пересыхающих озер? Лайды, Польдеры, Дресвы. Лайды. Какой город стоит на месте слияния Оки и Волги? Самара, Нижний Новгород, Саратов. Нижний Новгород. Какой остров расположен у южной оконечности полуострова Индостан? Маврикий, Мадагаскар, Шри-Ланка. Шри-Ланка. Где расположен самый южный действующий вулкан на Земле? Африка, Южная Америка, Антарктида. Антарктида. Самый большой и старый кратер в мире. Попегай, Вредефорт, Чиксулуп. Вредефорт. Самый длинный приток Дуная. Тиса, Сава, Прут. Тиса. Какой город является столицей Зимбабве? Мапуту, Киншаса, Харара. Харара. Какая единственная река в мире дважды пересекает экватор? Нил, Амазонка, Конго. Конго. Куда впадает река Ниагара? Озеро Онтарио, озеро Эри, Гудзонов залив. Озеро Онтарио.
У берегов какого материка расположены Галапагосские острова? Южная Америка, Африка, Северная Америка. Южная Америка. Крайняя северная материковая точка России. Мыс Флигели, мыс Челюскин, мыс Дежнёва. Мыс Челюскин. На каком материке находятся самые большие по площади саванны? Африка, Северная Америка, Австралия. Африка. Какие широты южного полушария называют ревущими? 30-е, 50-е, 40-е. 40-е. В каком океане находится Бермудский треугольник? Индийский, Тихий, Атлантический. Атлантический. Пресное озеро, расположенное в верховьях реки Колымы. Озеро Вальтера Скотта, озеро Джека Лондона, озеро Чарльза Диккенса. Озеро Джека Лондона. Какой город с населением свыше 1 000 000 человек самый северный в мире? Осло, Санкт-Петербург, Хельсинки. Санкт-Петербург. Самый большой остров Тихого океана. Хонсю, Новая Гвинея, Тасмания. Новая Гвинея. Какое государство включает в себя самый большой остров на Земле? Россия, Дания, Канада. Дания.